Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем. На мосту по улице Куликова столкнулись сразу 4 автомобиля. Рено Логан, двигавшийся в сторону центра, столкнулся с идущим впереди автомобилем Hyundai Solaris. Затем ВАЗ-21099 врезался в Логан, после чего последний снова ударил Solaris и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo. Пострадавших нет, механические повреждения лишь у автомобилей. Движение на данном участке дороги было затруднено более часа.